Всем привет! В кои-то веки нам барабанный центр Blastbeat приехали малые барабаны Mapix особой серии, премиальной серии Black Panther. И вот я не перестану утверждать, что у Mapix самая лучшая упаковка в мире. Обратите внимание, как упакован этот малый барабан завода. Значит, картонная коробка. Из картонной коробки достаем вот такую фирменную упаковочку с такими вот классными принтами серии Black Panther, Mapix, Sonic Saver. Многие знают, а многие, может быть, и нет, что данные малые барабаны комплектуются ободами, которые загнуты внутрь. У Mapix это называется Sonic Saver. Многие знают их как S-Hoop. Вот. Значит, открываем эту коробку. А в этой коробке еще одна коробка. Итого раз, два, три коробки, да? Дальше. А что у нас в этой коробке? У нас малый барабан в пакете в таком. И, внимание, в фирменном чехле. Причем не каком угодно, а материальчик такой, да, в который упаковывают ювелирные изделия, скажем так. Вот с таким лейбаком Mapix, черная пантера. Открываем и видим здесь вот такую красоту. Это латунный малый серии Black Panther 14 на 5,5. Повторюсь, материал латунь. Значит, здесь вот эти самые Sonic Saver обода, которые наиболее плотные, да, нежели стандартные вот обода, у которых наружу вот этот вот изгиб. Далее, малые барабаны с завода укомплектованы пластиками. Вверху мы видим Remo Ambassador X. Это немного утолщенный однослойный амбассадор. И внизу также Mapix, черная пантера, Remo Ambassador Snare Sight. Это 300-ка. Такой здесь подструнник, тоже далеко не самый дешевый. Вот такая здесь фирменная машинка. Фирменная машинка с ответной частью. То есть у нас регулируется натяжение пружины как в области машинки, так и на ответной части. Для чего некоторые компании это делают на топовых малых барабанах? Для того, чтобы, когда идет, скажем так, сильное натяжение пружины, и оно регулируется только с одной стороны, у нас подструнник может уезжать вот в эту сторону, в одну, да, и в итоге он может прилегать к кадушке барабана. Это не совсем правильно, потому что подструнник должен находиться, скажем так, посередине, да, желательно. Поэтому мы в данном случае двумя регулировочками можем этот момент отрегулировать. И подструнник у нас будет находиться ровно посередине. Ну, в данном случае он завода, да, то есть, естественно, все малые барабаны нами подстраиваются, прежде чем поставить их на витрину. Но, как показывает практика, малые барабаны Mapix серии Black Panther у нас долго не залеживаются. Качество безукоризненное. Ждем вас в Blastbeat.